Молдова и Италия подписали соглашение о пенсиях. Документ одобрили в рамках официального визита президента Майи Санту в Рим. Заработанную в нашей стране пенсию можно будет получать в Италии и наоборот. Но лишь в том случае, если гражданин официально трудился на итальянской земле более 5 лет. Соглашение вступит в силу после ратификации обоими парламентами. Оно также предусматривает, что каждое государство будет рассчитывать и выплачивать пенсию только на основании закона уплаченных взносов. Наши соотечественники смогут сами выбирать, на территории какой страны они хотят получать социальные пособия, на которые имеют право. Документ подписала глава государства Майя Санду и итальянский министр труда и социальной политики Андреа Орландо. Двусторонние соглашения в области соцобеспечения у Молдовы есть с 14 странами.